Ну а самое главное, от вашей гостиницы будет максимум 100-200 метров до моря, океана. Ну и, соответственно, тут пляжи, видите, уже оборудованы. Тут пляж оборудованный, там пляж оборудованный. На Джемтене голуби такие же, как в Казахстане. Здесь могут быть ловцы кальмаров. Ночью вот хорошо в таких местах ловить. Ну, запах, да. Вот сюда подходите, здесь уже все нормально. Не жарко абсолютно. Ночью купаться не советую вам, потому что вылазят все абсолютно обитатели. Купаться не нужно. Хотя он там кто-то сейчас пойдет или просто зайдет. Нет, просто зайдет. Песок приятный. Но вода, да, вот такая была бы хоть раз у нас в восточном Казахстане летом. У нас летом, ребята, нет такой воды. Она холодная, в нее раз зашел и все. Это еще вечер прохладный, конечно, будет, наверное, днем пекло. Днем будет... Не, район замечательный.